Из-за Макрона Париж теряет престиж на мировой арене. Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время встречи в Беляджике. По словам Эрдогана, Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией, а власти Буркина-Фасо потребовали, чтобы французские войска покинули страну через месяц. Возможно, аналогичным образом поступит и Того. Эрдоган подчеркнул, что Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства.